have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки! Привет, привет! Да, и мы сегодня находимся в симуляторе крушения самолетов. Кстати, обратите внимание на ту лодку с крыльями на заднем плане. Она выглядит крайне необычно. И тут я еще заметил такую штуку, что если вот нажать один, вот, он скажет, в лобби драться нельзя. Это значит, что нам что, там придется где-то драться? За свободные места или за напитки, которые будет разносить стюардесса? Интересно, за что? За штуки, чтобы мы смогли выбраться. Хорошо, пойдем, рассказывай. Ты про этот режим знаешь больше? Потому что я был в бета-тесте. Да. Так, заходим в кнопочку рандом. Заходим, я не против. Как я понимаю, мы вот тут вот. Так. И смотри, мы можем сесть вот тут вот возле кошечка и смотреть на кошечку. Хорошо, давай. Знаешь, F на G? На F. На F. Ну, я смотрю на кошечка, чтобы... Я на G. На G. А, ну чтобы ладно. Чтобы сесть на F. Ладно. А в общем, ребят, мы сейчас сделаем то, что недоступно, пожалуй, большинству людей в мире. Мы сейчас летим на отдых в самолете. Пока вы, наверное, сидите и смотрите нас дома или где-нибудь на улице, сочувствуем вам. Но все, мы в отпуск, короче. Корпорация «Оладушка» летит на отдых. Кстати, самолет-то прикольно сделали. Это какой у нас... Хотя, ну... Похож на Airbus широкофюзеляжник, хотя у них тут по 4 или по 5 мест посередине. А пошли наверх? Тут есть второй этаж? Да. О, тогда да, я бы хотел сходить. Знаешь, как едешь в двухэтажном автобусе, обязательно надо сидеть на втором этаже. И в тот момент, где второй этаж? Вот есть только туалеты. Где-то тут. О, тут есть туалеты! Да, они тут есть. Тут сказано, нельзя сидеть по как гопник, ну ладно. Может открыть дверь? Выпустите меня, у меня клаустрофобия. Я нашел второй этаж. Давай, пойдем посмотрим. Кстати, должен отметить, что в этом самолете звук двигателя внутри слышно гораздо меньше, чем... Тут VIP-ланч, чем в настоящем самолете. Бизнес-ланч. Неплохо, неплохо. Это типа для бизнесов. Пойдем, тут можно посидеть. Ау, ау, это реально для VIP-шников, я имею в виду для тех, кто задонатил. Ха-ха-ха, я понял, я думал, что это прикол такой. Ты можешь сидеть. Первый самолет, а почему он смешан с лодкой? Наверное, потому что это игровой лодка-самолет. Да, наверное. Только команда. Полный вперед. Ты можешь сидеть. Кстати, а вот почему они здесь сидят... Почему ты меня не спросил? Ладно, пойдем вниз. Пойдем вниз. Тут разносят, видимо, напитки. Это тоже для стюардесс, чтобы разносить еду. Слушай, на самом деле вот здесь неплохо. Да. Итак. Дайте мне сесть сюда. Не. Наверное... О, да, G это, чтобы посмотреть в окошко. Блин, круто, круто. Почему это нельзя сделать? Пожалуйста, не... Вон, кстати, двигатели мы видим. Вон мы видим какие-то города, над которыми пролетают. И там, в самом деле, все что-то двигается. Прикольно, прикольно. Да. О, загорелось табло какое-то? Да. This is your captain speaking. We have reached our cruising altitude of 35,000 feet. Fasten your seatbelt. Hold on. Ryan, have you tried turning down engine once? What in the world? Ladies and gents, please fasten your seatbelts. We may experience a bit of rough air. Captain out. Могу ли я заглянуть снаружи самолета вот таким вот варварским способом? Нет, только... Hello, только again. Через окно. This is your captain speaking. Слушай, а чё мы вниз чё-то спускаемся немножечко так?
А, вот капитан объявляет о том, что мы собираемся приземлиться, потому что у них там что-то не что-то. Та-та-та, самое время отложить пару кирпичей. О, мы начинаем обратно. У нас все становится нормально. Я, пожалуй, посижу возле спасательной двери. Самое время отложить пару кирпичей. О, вот так. Вот, мы тут видим крыло. Большое, классное. Там кто-то... Кто-то спавнится над крылом, смотри. Это что вообще такое сейчас? Я не вижу. Там два чувака над крылом заспавнились. Ничего себе. С этой позиции видно немножечко двигатель. Это говорит, что все нормально, и мы просто вернемся и совершим экстренную посадку. Зачем совершать экстренную посадку, если все нормально? Ну ладно. А, тут можно получить, кстати, разные геймпасы, то есть быть частью команды или быть VIP-шником. Ну тоже быть VIP-шником, это понятно. Блин, он хорошо, у нее свои крылья есть. Сейчас мы, если мы начнем падать, она такая, опа, на своих крыльях полетит. А ты куда через пол проваливаешь? Вы куда через пол проваливаетесь? Что вообще происходит? Ты тоже у меня через пол проваливаешься. Слушай, я мальчик здесь, да? Давай. А почему нет кнопки пристегнуть ремни? Я не вижу тут ремней вообще. В том-то и дело, они должны быть. Но их нету. Это неправильные пчелы, они дают неправильный мед. Это неправильный самолет. Так. По-моему, это самолет тех годов, когда я не знаю. А R это что? А это у нас вещи. И это что? И это покупка премиума. Ну, интересная теория. Проверять ее, конечно же, не буду. Че происходит с этим? Блин, было бы прикольно, если бы было поинтерактивнее, например. Чтобы можно было открывать какие-то вот багажные отделения сверху, чтобы еще что-то происходило, было бы хорошо. Что-то мы слишком много снижаемся вниз, знаешь. Че, я в окно посмотрю. Ой. О, началось. Ёй. О, там человек заспавнился. Я тебе говорил, там люди спавнятся прямо на крыле. У нас самолет разваливается, видишь? Посмотри через это окошко. Hello, у нас самолет разваливается. У нас самолет разваливается, и люди летают. Вот, посмотри через это окошко. Так, опа, H. А где мой показатель кислорода? Раз он такой говорит, нажмите H для поддержания кислорода. Скоро будет. Мне не нравится смотреть на горящий самолет. А, да, вон двигатели горят, это отсюда видно. Нужно срочно что-то брать, вставай. Это не то, что ты хочешь видеть, когда твой самолет падает. Ай! Чё? Там джетпак был? Так, я взял подушку. Блин, меня тоже кто-то ударил, вы не офигели? Я могу всех ударять. Паника! Я хочу взять просто лимонад, отстаньте от меня, я просто возьму лимонад пока что можно. О, теперь сюда можно заходить. Так, я кого-то убил. Ой, извини. Извини. Останьте от меня. Мне не нравится. Так, хорошо, пойдем. Такое ощущение, как будто использовать подушку в виде того, что... О, подушка. Да, а где лимонад? Лимонад в тележке можно взять, да? Да, можно там в конце взять лимонад. А
А лимонад устанавливает хп-шку, не? Нет, не устанавливает, но... Ты можешь просто пить лимонад со двери. Вот, двери можно открыть, двери можно открыть. Я открываю. Я тоже открываю. Я вылетел! Какого фига сделал? Я сгорел, он зафигать, и он меня засосал. Ты открыл двери, тебе... Я не успел открыть свои двери, прикольно. Это было сейчас бред, конечно. Где моя подушка? Я заспамился, опять в самолете, я не знаю, что делать. Спасите! Почему у меня клавиатура не открывается, как парашют? О! Самолет разбился раньше меня. Круто, хорошо, что я выпрыгнул. О, я выжил. Да? Да, я выжил. А каким образом? Не знаю, я выпрыгнул в самый последний момент, как только самолет приземлялся. Прямо целым невредимым. И еще я успел взять лимонад, как Вин Дизель. Офигеть. Так, давай еще раз попробуем. А, у нас можно на крэш-сайт пойти. А зачем? Класс. Я хочу запрыгнуть в кресло. Я оседаю это кресло. Оседлаю это кресло, блин. А ну стой. О, тут кресла в воздухе висят. Да, я вижу. Блин, это кресло что-то слишком могучее и летучее. Лучше я сяду на другое. А! У меня жизнь отбирает. По горячей поверхности прошелся, у меня жизнь отбирает. Какой вкусный сода. Какой вкусный сода. Дайте я возьму лимонад. Вам уже это бесплатно все равно. Это гола-кола. Какая кола? Это гола-кола. Это гол-кол. Смотри, как только я выпиваю это, говорят гол. А, прикольно. У нас только что чуть не схавал двигатель, который приближался к нам, знаешь? Угу, я видел. Он был сзади тебя. Так, все, кстати, огонь уже весь закончился. А что оно сдохло? Не знаю. Я не хочу подыхать. Ладно, как вернуться в лобби? Где... Ой, а, спасите! Знаешь, я тут узнал то, что в сейфе есть джетпак. Да. Я видел, ну, я не видел сам джетпак, я видел значок джетпака, который появился на пару минут, и потом... О, движок. И на нем можно летать, на джетпаке. Знаешь, такой, сфоткай меня, типа... Ой, блин. Так, ладно. Мне нравится так этот музончик, который в начале. Угу. Что ж, давай во фронт, который тут... О, на второй этаж, быстро. Где? На второй этаж залази. Вот это? Фронт. Залази в фронт. И прямо рядом с тобой будет лестница, залезай. Ко мне. А, у нас... На F нажми. Да я не могу на F... А, могу. Фух. Все. Вот мы в аэропорту. Кстати, мы сейчас будем наблюдать за взлетом. Прикольно, если так. Это классно. В прошлый раз мы телепортировались прямо уже на летящий самолет, если я правильно помню. Да. О, там человечек. Да, вон, там люди ходят. Такой что-то потерянный. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Вообще, на самом деле, вроде как тут, ну, не то чтобы нечего делать, ничего такого не происходит, но это каким-то образом интересно, и меня поддерживает довольно большое количество людей, потому что это... У этой игры очень большой положительный процент отзывов. Ну, собственно, поэтому мы здесь. Да. Вот. Давайте попробуем один раз. Там продолжают спавниться люди. Вот. Да, кстати, на самом деле, я никогда не летал в самолете с умными часами. Он говорит, что сейчас надо выключить там телефоны, компьютеры, а также умные часы. Неужели сейчас в самолетах тоже просят выключить умные часы? Просто у меня никогда не было такого опыта полета в самолете с умными часами. Кстати, ой, моя блоксикола паучья. Она
Милочку, где сейчас находится моя голова, если я вижу блок Сиколу с этой стороны? Это каким жирафом я сейчас стал? Что происходит, блин? Не бойся, ты просто гибрид совы, ладушка. Ага, кстати, там сверху в бегущей строке там пишут все, что происходит сейчас с самолетом, и все, что происходит, это очень похоже на... Real life? Нет. Как называется эта игра? Блин, там, где происходит, где Пикл Рик появляется и всякое такое. Horrific Housing, точно. Мне вылетело название из головы. Там тоже сверху появляются надписи того, что происходит и что будет происходить. И, ну, как бы, довольно прикольно. Если бы тут был человек, который был бы пилотом и задонатил бы в эту игру 745 рубаксов, то он бы смог писать всякие... Смотри, сообщения. Большой Джилл любит хороший большой мак на обед, наверное. Так. У меня появилась идея. Там чувак с сатанским хвостом стоит. I'm Star Boy. Офигеть. Тут можно какие-то свои клички покупать. Нет, их можно делать где-то. Да, блин, рулёжка происходит реально долго. То есть, нет, но я понимаю, что все дела, реализм, я уж не знаю, на какой реализм можно претендовать в этой игре, хотя сделано все довольно неплохо. То есть, не криво и когда немножечко проникаешься тем, что происходит, это хорошо. Мне интересно посмотреть, как будет происходить взлет. Вот уже, типа, разбег. Да, двигатели стали работать громче, начали набирать скорость, разбег. Чувак в чате говорит, мой магический восьмой шар говорит, что мы все умрем. Ну, когда-то, чувак, лет через 80-90 для каждого из нас, да, возможно, настанет такой день. Теперь я блинчик. Теперь я блинчик. Блинчик. Ты блинчик, да, только у тебя нету этого. Блинчик без прошлого. У тебя нету описания того, что ты любишь и что ты делаешь. А теперь я написал блинчик. Он любит блины. Да, с ошибкой. Ну ладно, кто на это будет смотреть. Хорошо. Взлет произведен. Блин, здорово, спасибо, что затащил нас сюда, что мы успели сесть на хорошие места, типа, и всякое такое. Mm-hmm. Ну, вот смотри, он теперь сидит и ждет, когда мы встанем. Вот этот Луи-Луи? Да. Ну, пусть ждет. Я с этого кресла выпрыгну, когда самолет разобьется. Слушай, когда самолет будет разбиваться, мы сможем зайти в кабину пилота. Да, возможно. Кстати, смотри, сверху написано, уши чувствительны, потому что набирается большая высота. Ну, как обычно, когда взлетаешь, тебя тянет зевать, прямо как сейчас. Ну, вот. Еще возникает странное ощущение. Ну, всем нам это знакомо. Давайте поиграем в карты. Card Games, я не знаю, написано как бы карт, не так, как карт. Ну, ладно. Он хочет поиграть просто в Mario Kart, все. Да, все, чувак с собой принес с этого свеча в самолет, сейчас собирается в Mario Kart гонять. Да. На свече. А, так, хорошо. Тут прямо уже очередь скопи... У чувака кепка лиса, прикольно. Да. Блин. Мне нравится. Он еще такой хвост с одной стороны, это... Как выиграть, стать билетом 1 миллион? Блин, чувак, ты на каком языке разговариваешь вообще? А, говорит, играй в форточку пока что, play Fortnite while on. Вините Джона. Джона Маклейна, что ли? Вы про крепкого орешка? Типа, вините Джона, что самолет разбивается. Там был похожий самолет и... Ну, во второй части. Кстати, неплохая отсылка, да. Джон Маклейн.
Star Boy. Интересно, кстати, фразы капитана в этот раз будут такие же, как в прошлый раз, или будет что-то другое? Кстати, мы можем тогда зайти... Ты тоже можешь сделать... А куда это? Ты сюда заходил? Смотри, тебе нужно нажать на сюда, и тебе нужно нажать на чувака, который с компьютером. Так. Нет, сюда. Не сюда, я же говорил, сюда. Ты... И вот, и пиши все, что хочешь. Все, я понял. Hello, ladies and gentlemen. Ну, ладно, что это, зачем тебе? Блин. Поэтому я написал блинчик. Ладно, я пока ничего не буду писать. О, там сказали пристегнуться опять. Нет, на самом деле, по-моему, капитан говорит те же фразы, что и раньше, то есть тут все довольно линейно и программно. Чувак, я описываю, фига себе. Мне нравится то, что... Вот понимаешь, я там реально хочу сидеть. Да, ну не знаю. Как бы... Это же цифровой диванчик. Да. Твоя цифровая задница не отличит цифровое кресло от цифрового диванчика. Откуда там кресло взялось возле кабины пилотов? Оно там было? Да, оно там было. Я тебе даже предлагал туда сесть. Не, ну тут-то место для двоих, мы как раз нормально сейчас летим. От первого лица так классно. Да, неплохо. Этот тут... парень задолбал играть музыку. Ну, да. Тут ничего не поделаешь, но он... Может, он хочет нас выкурить отсюда? Наверное. Ну, фиг там. Everything seems to be okay right now. So we're just gonna go ahead and make an emergency landing in the most city. The city of Korn. I like Korn. What about you? Anyway, Captain out. Ой. Так, хорошо. Парни, чья-то голова немножко торчит из-под крыши. По-моему, да. По-моему, его всего уже под крышу затащило. Над крышу, в смысле. Так. Ну, посмотрим, что будет происходить. Какие тут есть еще способы побега, кроме подушки, джетпака? Тут есть батут, дельтаплан. А где дельтаплан находится? Без понятия, он сам заспавнится. Подушка. Ой. И под подушка безопасности. Да. Там есть подушка, батут, дельтаплан, джетпак. Дальше не помню, потому что я забыл, потому что я... Блин, что самолет так колбасит? Я не знаю, это тебя колбасит. Да, не, даже не может ночи. Быть. Вот посмотри, как тебя колбасит. Ты не можешь так посмотреть. Не могу, да, надо будет это... Не, я в порядке. Мне на экране ты что-то немножко совсем не в порядке, знаешь. Ну я смотрю на тебя, ты нормальный, я тоже, значит, нормальный. Ты под землю провалишься. Все, что я могу сказать, так это то, что ты провалишься под землю. Потому что самолет падает, например. Наверное. Я лучше в окошко посмотрю. О, там человек заспавнился. Да, там постоянно люди спавнятся. Мне что-то напомнило этот анекдот, когда черт сидит на крыле и пилит крыло. Тут люди появляются над крылом, и ты такой, что ты там задумал, чувак? Ой, мне это что-то не нравится. Но главное, до этого самолет трясло, бах, самолет перестал. А, ладно, сейчас его опять трясет. А я могу зайти в кабину пилота сейчас? А, нет, не могу, но скоро смогу. Я хочу туда. Хочешь посмотреть? Да. Мне тоже интересно. О, начинают гореть двигатели. Окей. Минуточку. Так, а кислородные маски, они выскакивают для того, чтобы ты мог дышать на большой высоте. Здесь они выскакивают, когда ты находишься уже на маленькой высоте. И тебе они уже, в принципе, нафиг не нужны. Я пойду, возьму там что-то. Я не хочу убрать подушку или батут. Так, дайте мне, что
минуты. Мне нужно срочно что-то, чтобы выбраться. Блин, мне сразу прилетело в лицо. Ну что? О, дельтаплан. О, я вылечился. Ой. Где дельтаплан? Вот а, парашют, вон. Парашют. Парашют, парашют, вижу парашют. Я взял парашют. Тут есть батуты. Да, они тут есть, они существуют. Я пойду еще возьму его, да? А как им пользоваться? Батут? Просто когда ты будешь в воздухе, нажимаешь на кнопочку, и все. Да? Блин. Поздно. Я побитый, блин, уже. Да. Дайте мне просто дверь в локсиколу. Почему дверь заперта? Вы не офигели? Как эта дверь заперта? Я думаю, то, что можно открыть дверь в кабинете лодок. Блин. А-а-а. Паника в селе! Пойду. Блин, кабинет лодок. Туда не попасть, да? Да, блин, перестань бить всех подряд. Я просто буду ждать. О, дверь можно открыть. Давай, открывай. Открывай, 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 открывай. Есть. Да ёпарас, это у меня был батут готов. Какого фига меня в двигатель-то засосало? Чтоб тебя... Я на парашюте просто беру и лечу. Блин, я опять оказался в самолете, на этот раз у меня нет батута. Ну вы издеваетесь, у меня же был батут. Я мог спокойненько такой боинг. Ну ты можешь попытаться открыть сейф. А чем его, Джейм, открывать? Ну очень тяжело открывать. Его кликать надо или зажимать? Это очень... Да, короче, так не получится, ладно. Я до сих пор лечу на парашюте. А, ладно. Ну, ну, это интересно. Ну, тут должна быть какая-то определенная доля удачи, чтобы получилось все, что задумал. Хотя, в принципе, да, вот эта паника, вот это чувство, оно довольно новое и интересное. То есть, игра может подарить какие-то новые эмоции. Ладно, ребятушки, на этом тогда пока что сегодня все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда. Ребята, маленькая сцена после титров. Вставочка, тут оказывается реально можно купить волшебный шар восьмерку. Его можно поставить себе в инвентарь. Когда трясешь, он дает ответы, например, может быть. И вроде как да. И да. И it's over 9000, блин. И источники говорят нет. Короче, штука бешено крутая, так что... Имея вот это при себе, находясь на борту, было бы гораздо веселее. Все, ребятушки, на этом теперь точно все. А ладушек, добра, бобра. Всем покеда!